В нашій студії сьогодні непрості гості. Це Сергій Герман, капітан, мандрівник і Діна Топорська, помічник і другий капітан. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку. Ви подорожуєте на яхті. Ви вже весь екватор пройшли, землю. Почти. Майже. А от ви заможна людина. От чому саме ось така складна форма подорожі? Чому саме от на яхті? Это связано с тем, что у меня была мечта. Мечта у меня была в детстве, наверное, как она появилась. То есть я просто открыл журнал, увидел яхту и такой: о, мне нравится. И все, собственно. Я просто влюбился в картинку, влюбился в идею. Это я был еще там тинейджерского возраста. А потом понял, что было бы классно на этой лодке обойти вокруг земного шара. Это была абсолютно детская, глупая мечта, вообще без какой-то реализации. Просто влюбился в картинку. Діно, скажіть, будь ласка, ви також мріяли? Ні, я була вынуждена. Я познайомилася з Сережею в Таїланді на його етапі, коли він дійшов уже до Таїланда, перейшов Атлантичний Тихий океан. Ми познайомились, провели полгода ще на Пхукеті, де я жила, а потім став вопрос, либо ми вже все живем тут и никуда не ездим дальше, либо Сережа все-таки завершает свое кругосветное путешествие и собрала чемодан и яхта. Эта лодка была заказана, то есть я ездил по выставкам, смотрел, что подходит под мои требования. И эта лодка, это было именно вот то, что я хотел. Ну, вообще лодки, которые идут в кругосветку, это совершенно не те лодки, которые покупаются с фабрики. Потому что та лодка, которая идет с завода, это лодка выходного дня. И опции, которые были заказаны, они были с заделом на будущее. И после того, как уже лодка была сделана, я уже смотрел больше на то, чего мне в ней не хватает, и еще дополнительно делал установки солнечных панелей, там расчеты по энергопотреблению, энергополучению. То есть по лодке была достаточно серьезная работа проведена. Скажи, где вы навчались? Где вы проходили, возможно, я не знаю, стажування? К сожалению, что вы закончили? У нас, я не знал на тот период никаких возможностей, которые могли бы меня научить именно вот такому варианту. То есть пойти научиться яхтингу на выходные, там, это, пожалуйста, много школ. Но именно офшор сейлинг, такого я не знал. И это по такой системе, когда ты идешь и потом разбираешься во всем в процессе. Дино, вы навчалися, чи вас Сергей навчал уже в процессе? Вот так? Меня Сережа научил в процессе, причем сразу в таком достаточно жестких условиях. У нас сломался автопилот, то погода плохая, то что-то, поскольку у нас два ответственных за эти все мероприятия человека, то, конечно, мне пришлось научиться быстро и сразу. Насправді, я дивився ваш відеоблог, і там ви сказали, що це, повертаючись до корабля, ви сказали, що кожен капітан повинен тримати десь приблизно 15 речей, які постійно ламаються на кораблі. Як ви справляєтесь з цією ситуацією? Не зовсім так. Тобто в будь-якій лодці є список із 15 пунктів, які, в принципі, завжди поломані. Тобто вони постійно зламані? Ну так, є, які критичні і не дають лодці йти, вони чиняться в першу чергу, а є задачі важливі, а є задачі срочні. Так от цей список, він такий постійно изменяется, что-то одно уходит, что-то новое приходит. Ну и вот в таком вот гибком пространстве приходится идти. Я знаю, что с вами подружу також донька. Да. Трішки давайте с нею познайомимося. Вона учениця якого класу? Вона закінчила 9 класів. 9. І після 9 класу ми вирішили зробити такий небольшой перерив в навчанні. Я її забрав, вона прилетіла в Палау. І з Палау в Кенію, це вся Азія, Індійський океан, Шрі-Ланка, Маврикі. Це достатньо великий проміжуток часу. Це десь один рік, мабуть, 7 місяців. Вона була разом зі мною в путешествии. У нас є відео вашої доньки, і як ось саме вона з вами проводить час. Давайте подивимося, і ви зараз прокоментуєте. Ожидання – реальність. Быстрее.
пока есть еще время. Все, залезла? А як же її навчання? Ну, припинили в 9 клас, а що далі? Ну, треба ж ще 2 рочки навчатися для того, щоб вступити в університет, продовжувати якось навчання, життя. Як... Ну, я думаю, що проміжуток в несколько лет в обучении не дасть такого вот большого пробела в знаниях. Тим более, вона вынуждена общаться постоянно с разными людьми на разных языках. Это понимание разных культур. Там в Кении одна, на Шри-Ланке другая, на Маврикии третья, то есть это в Малайзии четвертая. Это постоянно общение с разными людьми, у которых может быть совершенно разные принципы работы мыслей в голове. И она вынуждена адаптироваться, она вынуждена находить с ними общий язык. И я считаю, сейчас в путешествии, после путешествия, она сейчас вернулась тоже с нами в Киев, она настолько легко находит общий язык со всеми людьми на разных языках. То есть у нее много иностранных друзей сейчас. А как впливає взагалі оця подорож, як вплинула на формування її характеру? Тому що це дівчинка, ми розуміємо, і я думаю, що це не просто подорож, це робота. І от як вона її змінила чи ні? Чи Конечно. Вона залишилася в тій площині, вона як була сильно загартована? Я думаю, що це зробило її ще сильніше, тому що жорсткі умови, вони заставляють людей немножко пересматривати «я хочу» вот эту вот фразу. Ну і плюс терпіння, я вважаю, для чоловіка це достатньо важлива черта. Діно, до вас запитання. Як до жінки, яка повинна підтримувати якийсь порядок на кораблі, і до людини, яка, можливо, там готує їсти? Взагалі, як це відбувається? Ну, немножко більше операції для приготовлення нужны, но... А скільки часу витрачаєте? Ну так, до прикладу, приготувати борщі варить? Ні, сложні блюда ми не готуємо. Коли ми на стоянці, коли вода ровна, лодка стоїть ровно, то можна, звісно, готувати все, що угодно. Коли ми в переході, і лодка під углом, постійно міняючимся, там готуються в основному дуже просто. От бачите, у нас гіроплита, яка... Она в подвешенном состоянии, то есть когда лодка под углом, плита все равно стоит ровно. Ну, готовить можно, но в основном такие простые блюда, которые не требуют много усилий. Ну, салат почикать, и заварить какую-то бивину, заварить чаю, кофе. Чи были у вас какие-то там випадки и проблемы с пиратами? У меня были, но это я бы не сказал, что это были именно непосредственно контакт с пиратами, но были какие-то странные лодки, от которых я пытался уйти. Это было в Тихом океане и ближе к Азии. Может быть, это были рыбаки, которые просто захотели посмотреть, кто это, и шли на сближение. Я не знаю, но я проверять не стал. У нас есть вытримка, снова же таки, с вашего YouTube-канала про пиратов и про штормы. И давайте вы подивитесь, что я нашел, и прокомментуете. Третий день нашего путешествия с утра, и вот мы встретили в море вот такой вот корабль. Он очень долго повторял за нами, на нем куча народа, когда непонятно. И вот он сейчас полностью остановился и стоит. В общем, терпеть я не могу, вот, когда такие ситуации в море возникают, потому что это такая стрёмная фигня, тем более лодка под индонезийским флагом, а там вообще все неспокойно. Короче, надеюсь, что все будет нормально, никаких проблем у нас с этим не будет. Вполне вероятно. Не исключаю вариант пиратства в этих водах. В этом шторме есть такая штука, как смерч. Я не знаю, будет ли его видно. Такая тоненькая полосочка, которая идет вниз. А внизу такой большой стакан, который поднимается вверх. Розкажіть, чи є проблема взагалі ось з погодою, шторми? Наскільки вони страшні? Чи це не так страшно, як малюють і як розповідають? Ну, є дуже страшні шторми. Як справляєтесь? Ну, в принципі, у нас лодка підготовлена, у нас є штормові паруса і, в принципі, дублюючі системи по такелажу, які, ну, роблять додаткову страховку. Но это очень тяжело даже не технически для лодки, а морально и физически, потому что каждый шторм он требует большой отдачи.
И это без сна на протяжении всего периода времени. То есть если это там шторм проходит на сутки, еще с этим можно справляться. Но если вот, как я шел через Атлантику, мы шли, у нас неделю было ветер 65, это волны очень большие, ты весь мокрый, ты одежду уже даже не сушишь, ее уже никто не сушит. Уже ставили просто на пол большой таз, спускаешься вниз, снял, это мокрое вот так в таз кидаешь. На следующий день или там через поспал какое-то количество времени, выходишь так мокренькое, одел такой на термобелье. Ну, через минут 15 становится нормально. Тепло, прогревает. Да, одевать холодно. Скажите, Сергею, а боялися за життя от там з вами Діна і донька? Боялися? Ну, в принципі, я би не сказав, що боявся. І плюс, як капітан, я ж не можу показати свій страх. Сіять паніку не потрібно. Тобто, а коли ти не показуєш, що тобі страшно, то, ну, вроді, як би так сумарно, нікому і не страшно. Ну, бувають ситуації, коли от просто опускаються руки, коли... тяжело морально, тяжело физически, и еще при этом начинает что-то ломаться, как у нас вот на переходе мы шли со Шри-Ланки на Маврикий, у нас поломался автопилот, и мы 1560 миль, это 2 недели, да? Да. 2 недели мы должны были рулить круглосуточно, 2 часа через 2 часа, то есть практически не спишь, при этом нужно же готовить, там если какие-то моменты, там веревка где-то там перетерлась, что-то нужно делать. Это все забирает время сна. И получается 4-5 часов в сутки при 100% нагрузке. Это очень тяжело для организма. Например... А как Дина справляется с этим всем? О, прекрасно. Дина так меня очень поддерживает. А вот до вас запитання. Скажите, вот вы кажете, что в процессе плавания, в процессе ходу вы научились вот этой всей справе. Чи не було у вас такого моменту, що ви просто хотіли сказати Сергію, все, давай кудись пристанемо на якийсь безлюдний острів красивий, і все. І от закинемо речі, нехай тут стоїть ці, як ваші... Островов не було. Да, ми поэтому в Кенії вже 3 місяці стоїмо, тому що після переходів немножко устали, особливо вот этот переход, который Сережа рассказывает, он у нас занял 24 дня. То есть, как ты провел свой июнь? Я провел его на 20 квадратных метрах. А ты, то есть, день сурка, каждый день, да, одно и то же. И при том, что это действительно было и физически, и морально очень тяжело, мы устали, поэтому мы пришли, когда в Кению, нам очень там понравилось, и мы решили, что все. А чи є у вас під час переходу якесь дозвілля? Можливо, якось ви розважаєтесь? Не знаю, дивитесь кіно, закачуєте на планшети. Якщо погода хороша, то можемо смотрети серіальчики на планшеті або на лаптопі. Якщо погода не дуже хороша, у нас аудіокниги ми звичайно собі в переход записуємо. Ну і букрідери у нас теж є. Тобто у кожного там закачана куча книг, і ми за переход читаємо в основному. От, до прикладу, в акторській професії, якщо ти, в тебе впали на землю, впав твій текст або п'єси, ти обов'язково повинен сісти, значить, притиснути до гепи той, значить, текст, і встати разом з ним, це для того, щоб не завалити роль. Чи є якісь у вас забобони? От морські, можливо, капітанські. В яхтінгі забобонів таке кількість, що краще об этом не вспоминати. Но так як я чоловік, який в забобони взагалі не вірить, то для других яхтсменов я, конечно, страшный человек. Ну, я не знаю, я зараз поділився з вами досвідом про текст. Які є самі цікаві забобони? Чого взагалі, наприклад, на яхті не можна робити? От ти приходиш і все, зась. Каблуки обувати. В обуві ходити. В обуві ходити, особливо на каблуках. Палубу, щоб не... Так, ну це не забобон, це технічна необхідність, просто опасність. А якщо от жінка на кораблі, кажуть, що це погана прикмета, чи ні? Ну, може, для кого-то, звісно, і так, але я все-таки більше люблю. Тому ви страшна людина, ви полюбляєте жінками подорожувати. Правильно, правильно. Винужден. Це винуждена міра. Ціль вашої подорожі, от кінцева, є точка А, є точка Б. Ну, я вышел из Алтеи, перешел Атлантику, Тихий, Индийский океан. Вот мы сейчас обходим Африку, заходим через Гибралтар, и я хочу опять прийти в Алтею, просто чтобы завершить круг. То есть, в принципе, ну, с одной стороны, не очень много по расстоянию, с другой, вокруг Африки. Ну, так. Вокруг Африки это много по расстоянию. А далее что? А дальше, ну, я бы хотел переехать в Азию. Мне в Азии очень нравится, и это близко по моему восприятию мира. И я хотел бы дальше заниматься яхтингом, но где-то в Азии.
Велике вам дякую, що ви прийшли. Я би міг до безкінечності взагалі з вами розмовляти. Взагалі з подорожуючими не просто цікаво, а мега цікаво. Нагадую, що у нас в студії був Сергій Герман, капітан, мандрівник і його супутниця Діна Топорська. Велике дякую, що ви прийшли. Спасибо. Дякую. Дуже радий з вами був познайомитись. Спасибо.